это наш новый канал. Наш канал расскажет про Египет и про Шарм-эль-Шейхе. Ахмед, меня зовут. Мы поедем сегодня на экскурсию. Каждую экскурсию мы вам покажем. Покажем вас про Египет, что вы узнали все про Египет. У нас здесь вообще классно. Не забудьте подписаться на наш канал и включите уведомления. Спасибо. И начинаемся у нас вот наши туристы сегодня. Они из Казахстана. Доброе утро. Добрый. У нас сегодня классная экскурсия. Мы только собираемся из отеля и возвращаемся здесь в 6. И абсолютно все будут довольны сегодня. Надеемся. Будет. Всего хорошего. Спасибо. Мы уже здесь приехали на первую остановку. Это просто остановка Бабути, где бедуинская деревня. У меня группа все русскоязычные из Казахстана и из Украины, и тоже русские. Давайте познакомиться. Меня зовут Ольга, из Санкт-Петербурга. Меня зовут Жаник, из Санкт-Петербурга. Они из Питер, Санкт-Петербург. И Питер – столица, это столица культурная, которая меня научила русского языка. Она из Питера, зовут Татьяна. Мы все вам отправляем. У нас здесь очень много красиво. Здесь в Египте абсолютно все вам покажем. До следующего остановка. Обязательно приезжайте, здесь очень красиво. Всем обязательно привет. Приезжайте, здесь очень красиво. Всем привет. Спасибо. Дайте 5 долларов. Сейчас мы катаемся на квадроциклах, и они одевают арафатку. Давайте я вам покажу, как одеть арафатку. Пожалуйста, смотрите. Мне за 5 долларов делать. Это ты мне. Нет, я же моделем так, становлюсь. Сейчас, подожди. Вот так получится, потом вот так. Это специально арафатку. И даже закрытым лицом. Все, закрываешься. Ну, очки мне дали. Почему? Но что ветер и песок. И одевай очки. А если очков нет, что делать? Ничего страшного. И так одеть, а потом будем кататься на квадроциклах. Спасибо. Мы сейчас уже катаются на квадроциклах. Это совсем легко. Как заметили, они все в арафатке одевают очки. И давайте смотрим, где газ. Одеть кататься на квадроциклах легко. И здесь газ. Сюда нажимать газ. А когда тормоз тормозит, два вместе, вот сюда и сюда. Это тормоз. Газ и тормоз. А мы катаемся, одна линия, катаемся вместе с инструктором. Дальше, спасибо. Вот наши туристы. Они уже катаются на квадроциклах. Как замечаете перед вами. Сейчас уже катались на верблюдах, но катание на верблюдах здесь в заповедник называется Абу-Галу. Катаемся на верблюдах вдоль моря. Как на верблюде? Отлично, как у вас? Отлично. Привет из Казахстана. Медок. Всем привет. Казахи, русские, узбеки, Украина. Всем привет. Как на верблюде? Непривычно. У нас будет сейчас снорклинг. Одели костюм и жилет. А кто из вас первый раз одевает маску? Все. Все первый раз. Смотрите, пожалуйста, как одеть маска. Вот я одеваю маску. Этот маска должен быть силиконовая маска, это получается будет лучше. Одеваю маску, вот эти тучки получается здесь. Вот я так одеваю маску. Эта тучка должна здесь, посередине. Видно вам? Да, да. А здесь, пожалуйста, если волосы, уберите любой волосы. А потом трубка. Вот так одеваем трубку. Вот это получается зубами, это губами, вот так.
Так правильно дышать. Все одевайте маски, пожалуйста. Одеваем маски и потом одеваем ласты. Ласты, как я вам сказал, не поднимите ласты над водой. Ласты всегда в воде. Вот мы уже сейчас с группой идем поплавать. У нас получается сейчас снорклинг. Будем смотреть подводный рай, подводная красота. Здесь очень классно. Спасибо. В каньоне, который здесь называется Planet Canyon. Что такое каньон разлом? Мы там будем ходить по разлому. Этот каньон — результат работы землетрясения около 25 миллионов лет назад. У нас здесь в Египте есть 30 каньонов. Это один из них. Самый известный каньон находится в городе Невеба. Это самый высокий и самый большой, где ходить 2.5 часа. Но каньон, на котором мы будем ходить, это каньон называется каньон Планет, как вам видно. И здесь они специально сделали мост. Мы вам покажем этот мост здесь в каньоне. И у нас есть вход, есть выход. Потом поднимаемся туда наверху, где панорама. Потом спускаемся, и будет нам угощение — бедуинский чай. Спасибо. Мы сейчас уже в самом каньоне. Вам видно такой узкий каньон. Уже ходит в каньоне. Это была одна гора, раступилась на две части. Это около 25 миллионов лет назад. Я вообще как шел прямо так. Здесь есть черный камень, будем смотреть, который базальт, и вот это гранит. Потом подниматься туда наверху, где панорама. Мы сейчас поднимаемся наверху. Поднимаемся туда, где панорама. Вот как замечаете, все группа. Наша группа называется Медок. Очень хорошая экскурсия. Группа Медок. Еще поднимаемся. О, где? Это уже панорама. Так, все поднимаются. Медок,
Дальше. Молодцы. Вот так наши туристы поднимаются. Экскурсия в каньон – это экскурсия для бахудинья. Парашют. Для бахудинья. Парашют. Выбучит. О, молодцы. Здесь они строили мост. Этот мост Бака строит. Это новый мост между горами. Специальный. Они строили. Но красиво, как замечаете. Они скоро откроют этот мост. И будет возможность для туристов ходить по мостику. Так, это бедуинский чай. Мы уже наливали чай. Пожалуйста, вам чай. Не брите по одному, пожалуйста. Чай. Пожалуйста. Пожалуйста, вам чай. Это очень вкусный чай. Вкусный, вкусный, вкусный. Это чай с травой. Трава называется мармария. Очень вкусный чай. Сейчас вам чай. Экскурсия уже закончилась. Это уже моя группа, которая с утра познакомится с ним. Из Казахстана и из Украины, еще из России. Мы уже сейчас домой. Как всем экскурсия? Отлично. Репрезент СНГ. Не забудьте смотреть наш канал. И мы все нового, все скинем и вам покажем. Много райгиби абсолютно всегда вам покажем. Приезжайте всем. Всего хорошего. Отличный русский.